Добрый день, вернее, уже добрый вечер. Все ли хорошо со связью? Слышно ли меня? Надеюсь, что и слышно, и видно. И презентация тоже вроде открылась отлично. Ну что ж, тогда начнем сегодняшнюю нашу встречу. Поговорим сегодня о очень хорошем, интересном конструкторе для создания разного интерактивного контента. Называется этот сервис Udoba. Я думаю, наверняка вы о нем слышали. Если кто-то не слышал, то советую к нему присмотреться. Это действительно очень хороший инструмент, который поможет вам в работе и в библиотеке, и в образовательных учебных заведениях. Итак, как он появился? Немножко истории расскажу. Дело в том, что когда-то, вот, на моей памяти, где-то в 2015 году существовал, да, он и сейчас существует, сервис англоязычный, который называется H5P. Это был проект для создания интерактивного учебного игрового контента. Изначально он был бесплатный, без ограничений, единственное, что на английском языке. И работа здесь строилась по принципу заполнения шаблонов. Всего было доступно около 40 таких разнообразных шаблонов для создания интерактивного контента. Вот так он примерно выглядит и сейчас. И настолько он полюбился пользователям, что стало создаваться там достаточно много разных интерактивных упражнений, и русскоязычные пользователи подключились. Но, к сожалению, сейчас этот сервис выглядит следующим образом. Всего 7 бесплатных шаблонов, и то, на мой взгляд, не самых интересных. Все остальное – ограничения, платность и какие-то другие более такие сложные возможности предоставления всех остальных шаблонов. Жаль, но есть очень хорошая альтернатива этому сервису, русскоязычный сервис, который основан на тех же самых шаблонах H5P. Этот сервис Udoba позиционирует себя как конструктор и хостинг открытых образовательных ресурсов. Создан он был совсем недавно. Это бесплатный конструктор и хостинг одновременно. То есть вы создаете здесь прямо в открытом браузере все свои образовательные или игровые интерактивные ресурсы. И тут же их и храните. Получаете ссылку и код для того, чтобы встраивать на страницы сайтов и блогов. Автором, создателем этого проекта стал Арсений Боровинский при поддержке Пермского научно-исследовательского университета. Что предлагает сервис? Он предлагает около 50 разных интерактивных шаблонов для создания викторин, упражнений, игр, лент времени, виртуальных экскурсий, интерактивных плакатов, аудиоплееров, слайдеров и многого-многого другого. То есть здесь каждый пользователь найдет что-то себе по душе. Прямо на главной страничке сервиса вы можете пощелкать вот по этим кнопочкам, которые появляются перед вами на экране, пооткрывать разные шаблоны, посмотреть, как выглядят задания, и таким образом такую небольшую экскурсию по этому сервису провести. Отдельно вот есть кнопочка «Примеры ресурсов», там вы можете посмотреть все возможные примеры, загруженный в этот сервис. Если вы когда-то работали с H5P, то не стоит огорчаться. Вы можете скачать оттуда свои материалы в формате H5P и перекинуть их на Udoba. Это довольно просто делается. Скачиваете на компьютер, а дальше вместо создания контента нажимаете кнопочку «Загрузить» и загружаете скачанный файл. Таким образом, я все свои работы тоже сюда в Udoba перенесла, и за исключением только работ по интерактивному видео и работ, где было загружено аудио. Вот эти, к сожалению, у меня не встали, их либо оставлять на H5P, либо потом вручную дублировать на Udoba. Таким образом. Чем еще хорош этот сервис? В нем пока нет ограничений, то есть вы можете создать неограниченное количество разных ресурсов. Все ресурсы открытые, то есть вы можете посмотреть, как работают ваши коллеги, посмотреть на их игры, задания, упражнения. Появилась кнопочка «Переиспользовать». Под каждой работой, если присмотреться, появилась новая кнопка «Переиспользовать». Вы можете ее нажать, и вот эту вот викторину, вот эту игру, этот интерактивный контент скачать к себе на компьютер и использовать, ну, в переделанном виде, естественно, вы можете это использовать в своей работе. Опять закачать на Udoba и там уже редактировать, если вам что-то очень-очень сильно понравилось.
Далее, чем еще хорошо? Я эту возможность не использовала, но такая возможность есть. Вы можете скачать, опять-таки, отсюда свою работу в формате H5P, загрузить, допустим, в Moodle, WordPress, то есть такие системы, которые поддерживают H5P файлы. Ну, вот, пожалуй, и все хорошее об этом сервисе. Сейчас давайте посмотрим, как же он работает и с чего нужно начать работу, если мы решили его попробовать. А как же плагиат? Ну, есть такая кнопка «Переиспользовать», я вот про нее рассказала. Здесь все ресурсы открытые. То есть по умолчанию, когда вы здесь что-то создаете, вы соглашаетесь с условиями сервиса о бесплатности, об открытости всех ресурсов. Я просто не о плагиате сейчас, а о кнопочке, которая существует «Переиспользовать». Ну, давайте смотреть. Итак. Учетная запись пользователя здесь очень просто. От вас требуется имя, электронный адрес и пароль. Пароль довольно сложный, надо придумать, не менее чем из 7 символов с большими и с маленькими буковками. И согласиться, что мы не робот, ну и нажать на кнопку «Регистрация». Русский язык все намного проще делает, и поэтому регистрация проходит очень быстро. Далее, следующий шаг, нам нужно создать библиотеку. Нам будут подсказки, нам и на электронную почту придет сообщение, и появится кнопочка тут же «Создать библиотеку». Это вот ваше хранилище, ваше, где вы будете сохранять все свои созданные ресурсы, ваш личный кабинет. Нажимаем на кнопку «Создать библиотеку», она у нас появляется. Вот. Ну и сразу же серая кнопка с плюсиком «Добавить». Теперь мы можем перейти к добавлению разного интерактивного контента. Переходим к самому интересному, к шаблонам. Здесь у нас предлагается три варианта, что можно создавать. Кроме того, что можно создавать интерактивный контент, здесь можно создавать домашние задания. Но это будет интересно для тех, кто работает в школах, в высших учебных заведениях, кто занимается дистанционным обучением. Здесь есть такая возможность создания домашних заданий. Я сегодня предлагаю поговорить о средней кнопочке, которая называется «Интерактивный контент». Вот попробуем разные вещи здесь посоздавать. Если у вас есть уже какие-то работы, созданные в Adobe, вы можете совершенно спокойно их в чат ссылочкой отправить, чтобы не только мои примеры были в чате, но еще, может быть, и ваши. Может, вы какими-то соображениями поделитесь насчет этого сервиса. И еще одна кнопка создает папки каталога. Это для вашего удобства, чтобы сортировать контент, поскольку создается все больше и больше работ, чтобы не потеряться в них, можно создавать папки и таким образом сортировать созданные свои работы. Нажимаем на интерактивный контент и переходим к шаблонам. Вот так они выглядят. Здесь около 50, я их вчера считала долго и упорно. Надеюсь, если я правильно все сосчитала, у меня их получилось ровно 50. Здесь все на русском языке, достаточно все понятно. Если что-то не ясно, есть кнопка «Подробности», там вы можете посмотреть примеры, описание каждого шаблона и сориентироваться, нужен ли вам или нет. Здесь есть сортировка, и чтобы проще было искать, можно отсортировать по алфавиту от A до Z. Это последняя кнопочка, так они будут... Ну, более удобно для поиска, в общем-то. Давайте посмотрим на некоторые шаблоны. Конечно, все 50 осветить невозможно, я просто и не замахивалась на это. Тем более, что некоторые шаблоны могут быть интересны не всем. Например, арифметическая викторина вряд ли заинтересует учителей русского и литературы. Поэтому я выбрала шаблоны, которые мне показались наиболее интересными, и которые я сама освоила, о которых могу рассказать. В общем, получилось где-то около 25 шаблонов, о которых я сегодня расскажу. Давайте смотреть. Начнем с викторин, потому что их здесь достаточно много. Попробую вас сориентировать, что есть что. Ну вот я выписала, какие здесь есть варианты шаблонов. Опрос с одним вариантом ответа, множественный выбор, резюме, истина, ложь, личностный опрос, угадай ответ и набор вопросов. То, что я вынесла сейчас красненьким, про это я буду рассказывать. То, что синенькое, я просто прокомментирую. Итак, викторины с одним вариантом ответа и с множественным выбором. Из названия понятно, что в первом случае у нас вариант ответа будет только один, во втором случае можно выбрать несколько правильных ответов. Единственный недостаток это вот второго шаблона, там всего один вопрос. То есть это немножко не викторина получилась, а просто вопрос. Вот. Вы можете его вставлять у себя, допустим, на сайте, в блоге для разнообразия контента. Но шаблон очень простой, поэтому особо о нем говорить, наверное, и не стоит.
Посмотрим еще варианты. Истина-ложь. Такая же история с этим шаблоном. Там нужно выбрать между двумя ответами правда-неправда. И тоже один вопрос всего лишь. И угадай ответ. Там будет картинка, нужно угадать, что на картинке. Тоже очень простой вариант всего из одного вопроса. Поэтому этих я шаблонов касаться не буду, поговорю вот о всех остальных. Резюме называется summary. Смысл этого шаблона – то, что нужно выбрать из нескольких утверждений одно правильное. Набор вопросов, на мой взгляд, это самый интересный шаблон здесь, потому что он позволяет внутри одной викторины создать 6 разных типов вопросов, друг от друга совершенно отличающихся. Это приятно. Ну и личностный опрос – это больше, конечно, развлекаловка, чем викторина образовательная, потому что вы такие опросы наверняка проходили в интернете, но если не проходили, то видели. Там какой ты котик, там… какой ты путешественник, вот что-то вроде этого. То есть в зависимости от ваших ответов вам дается какой-то ваш портрет психологический, например. Вот. Вот об этих 4 я и предлагаю сейчас более подробно поговорить. Начнем с самого простого, вопрос с одним вариантом ответа. Я вот с него и начинала осваивать эти сервисы, поскольку тут все довольно просто. Ну, примерчик, вот, пожалуйста, в чат, на экране у меня скриншот. Русские сказки. У нас есть вопрос, он написан наверху, 4 варианта ответа, нужно щелкнуть на правильный, если вы ответили верно, прозвучит один звуковой сигнал, если неправильно, другой, и появится новый вопрос. Вот таким образом он выглядит. Картинок здесь нет, здесь просто тексты, слова. Такую викторину можно за минут за 10 сделать, здесь ничего сложного нету. Шаблон выглядит следующим образом. Нам нужен вопрос и несколько вариантов ответа. Причем первый обязательно должен быть правильным. Вот он здесь подписано, если мы забудем об этом. Вот. Далее добавляем другой вариант и точно так же вписываем уже неправильные версии. Чуть ниже будет кнопка «Добавить новый вопрос». Таким образом вы создаете серию вопросов, сохраняете это все, открываете, ну и далее все действия одинаковые. Получаем ссылку. Ссылку берут из строки браузера вверху и код. Код у вас откроется в маленьком окошечке. Его правой клавишей мышки скопировали и можно вставлять на сайты и в блоги. Шаблоны здесь адаптированы очень хорошо под сайты и под блоги. Они очень удачно встают. Какого бы размера ваш сайт или блог не был, они очень хорошо вписываются. Так что тут проблем не возникнет. В общем, вот так все просто. Другой вариант резюме. Он похож на предыдущий, вот опять про сказочки. Сегодня у нас сегодня сказочно-новогодняя тематика. Здесь немножко другой вид вопросов. Здесь нужно выбрать правильное утверждение. Ну и, собственно, принцип такой же. Вам просигнализируют, правильно это или неправильно, и вы перейдете к следующему набору. Как вы понимаете, шаблон должен выглядеть, ну, похожим образом. Вот так. Теперь вместо вопросов мы вписываем утверждение. Ну и дальше, соответственно, сами утверждения. Первое будет правильное, все остальные неправильные. Отличие от предыдущего тем, что здесь есть подсказка. Ее, правда, я ни разу не видела, чтобы кто-то использовал, но такая возможность есть. Вы можете облегчить задачу участникам, вписав какую-то подсказку. Для этого есть соответствующая кнопочка. Тоже все очень быстро, минут за 10 у вас готова уже викторина. Такие викторины 5-минутки очень часто используют учителя, преподаватели, да и библиотекари тоже. Особенно если вы занимаетесь сайтами, блогами, такие викторины разнообразят ваш контент, который вы представляете у себя на ваших веб-ресурсах. Ну, теперь добрались до моего любимого шаблона «Набор вопросов». Эта викторина, которую я вам сейчас в чат отправлю, она такая учебная, я ее всем показываю на всех курсах. Это, ну, тематика про северных животных, а смысл викторины в том, что я попробовала все 6 типов вопросов. Там каждый вопрос разного типа, чтобы посмотреть все возможности этого шаблона. Набор вопросов заключается в следующем. Вы выбираете формат вопроса, загружаете туда контент. Здесь можно подключать уже и картинки. То есть викторина более красочная получается. Плюс здесь не только вопросы есть, здесь есть еще варианты работы с картинкой, есть варианты работы со словами. Заполнить пропуски, например, отметить слова и тому подобные задания.
Давайте поближе к делу посмотрим. Итак, я вот прямо по порядку и пойду, как это здесь внутри все сделано. Шаблон выглядит следующим образом. Здесь уже немножко все отличается. С левой стороны у нас набор вопросов. У меня их 6 тут. С правой стороны сам конструктор. Для начала нам предлагают выбрать тип вопроса. У каждого вопроса свой собственный конструктор. Они будут отличаться друг от друга, поэтому я сделала много слайдов, чтобы показать все возможности. Начинаем с самого простого варианта, называется он multiple choice. То есть это вопрос, в котором надо выбирать один или несколько правильных ответов. В этом виде вопроса такая же история. Мы вписываем вопросы, вписываем варианты ответа. Здесь появляется галочка после каждого ответа, и мы отмечаем, правильный он или нет. Здесь можно один отметить, а можно и несколько. Но чтобы участники сообразили, вы можете в условиях прописать, нужно ли искать один ответ или несколько. Далее, здесь есть подсказки, вы можете подсказать участникам и, естественно, сохранить это все и перейти к следующему вопросу. Отдельно серая кнопочка, длинненькая такая, называется «Медиа». Вот это как раз кнопка для добавления изображений, например. Вы можете свою викторину разнообразить картинкой, чтобы было интереснее. Ну или можете пропустить, если она вам не нужна. Вот это интересный вид. Называется он drag and drop на английском языке. На русском, наверное, будет переводиться как «тащи и бросай». В чем смысл такого вопроса? Вам нужно взять кнопочку. Вот, задание написано наверху. Нам нужно назвать животное и мышью перенести на изображение правильный ответ. Мышкой выбираем любую из трех вариантов и кидаем вот в эту зону выбора. Зона выбора здесь полупрозрачная, ее видно сейчас на экране. Вот нужно в эту зону вкинуть подходящую кнопочку и таким образом ответить на этот вопрос. Шаблон этот называется drag and drop, я уже сказала. Он немножко посложнее будет. Сама идея выглядит интересной. И здесь главное не запутаться в порядке, потому что тут несколько шагов будет. Ну, смотрим. Во-первых, нам нужна фоновая картинка «Угадайка», с которой мы будем играть. Называется она «Фоновое изображение». Мы ее загружаем с компьютера. И далее переходим к следующему шагу, который называется «Задача». Что у нас с задачами? Ну, вот эта картинка у нас. Далее нам нужно нарисовать здесь зону вброса. Это называется так. Есть вверху три кнопки, которые помогают нам это делать. Нам нужна первая слева, которая вот кружочек такой. Она подключает нам мышку, и мы этой мышкой прямо вот на этой картинке обрисовываем зону вброса. Вот я так ее обрисовала, это животное ввела в рамочку. Можно ее увеличить, можно, наверное, растянуть на всю картинку, но лучше выделить какую-то часть изображения. Определились со зоной вброса, а дальше у нас есть две кнопочки «Текст», буква «Т» и «Картинка». Это кнопки для создания вот этих самых правильных и неправильных ответов. Если мы выбрали «Т» – «Текст», то текстовые кнопки появятся, такие как у меня «Норка», «Выдра» и «Андатр». Если мы нажали на картинку, то появятся кнопочки, соответственно, куда вы можете загрузить изображение. То есть такое картинчатое у вас викторина получится. Ну и, соответственно, вписываем либо текст, либо загружаем картинки. У меня три варианта, может быть больше, может быть меньше вариантов. Сделали это. Теперь возвращаемся обратно к нашей фоновой картинке. Следующий шаг, нам нужно ее отредактировать. Если щелкнуть по этой картинке, появляется значок карандашика, вот он нам и нужен. Мы на него нажимаем, и появляется вот такое вот окошечко. Осталось отметить, какой же из этих ответов правильный. Выбираем. Здесь у нас все три уже прописаны. Я выбрала, что это выдра, отметила ее. Дальше, чтобы эту зону вброса было видно, я ее установила немножко полупрозрачной, поставила 20. Это значит, что она на 20% немножко бледнее. Вы можете другую цифру поставить. Можно ее еще забледнить, сделать здесь еще меньше, допустим, 10 поставить и так далее. Здесь опять есть подсказки, если это нужно, можно их подключить. Ну и указываем, что эта область содержит только один элемент, то есть здесь только один ответ будет верным. Далее нажимаем на кнопку «Done», она же «Сохранить», и вопрос у нас готов. Немножко длинноватый путь получился, но вот принцип такой работы. Интересный шаблон.
Вот такие вопросы можно сделать. Это вопросы для вставки слов. Здесь у нас нужно угадать животное и вписать в пустую клеточку это слово. Ну и затем нажать на кнопку «Проверить». Если правильно, вам 1 балл начислят за этот ответ. Это все делается очень просто. Шаблон очень простой. Так он выглядит. Нам нужно описание задачи, то есть задание какое-то. А дальше текстовый блок, в который нужно вставлять слово. Вписываем весь текстовый блок, а слово, которое нужно вставить, выделяем с двух сторон звездочками. Вот у меня «Камбала», например, в двух звездочках. На экране вместо слова «Камбала» появится пустая графа, в которую нужно будет ее вписать. Этот тип вопроса называется «Fill in the blanks» – «Заполни пропуски». Как видите, здесь еще есть синяя кнопка «Добавить новый текстовый блок». Вы можете не один, как у меня, сделать, а несколько. У вас целая серия может получиться. Вы можете целый рассказ сочинить и там по ходу в этот рассказ заставить участников вписывать слова. Здесь, собственно, пределов фантазии никаких нет. Похожий вариант – это другой уже тип вопроса. Здесь нужно отметить слова. То есть у нас дан какой-то список слов, либо текст, либо список. И нужно отметить, например, вот среди этих названий название северных рыб. Здесь несколько, может быть, вариантов ответа, а может быть, один, как вы задумаете. А шаблон примерно такой же. То есть вы догадываетесь, что там звездочки нужны. Опять-таки придумываем задание, описание задачи, области ввода, вписываем список, либо текст. Ну и, соответственно, то, что нужно отметить, выделяем звездочками с двух сторон. Все очень просто. Сохраняем и переходим к следующей задаче, к нашей. А тип вопроса называется «Mark the words» – «Отметь слова». Вот этот вариант. Опять-таки игры со словами, но здесь уже надо заполнить пропуски. Ну, про зону вброса мы уже знаем, то есть надо мышкой перенести из списка справа в текст, который находится слева. Вот эти вот названия: «Песец», «Белая сова» и «Северный олень». И шаблон опять со звездочками, естественно, будет. Вот. Описываем задачу, вписываем текст. Опять-таки нужные слова выделяем звездочками, а сервис уже из этих слов будет составлять списочек и разместит их с правой стороны. А задача участников – их распределить в нужные места. Называется этот тип вопроса «Drag текст», «Перенеси текст». Ну и, наконец, самый простой вариант. Да, нет. Картинка и два варианта ответа – правда, ложь. Может быть, текстом только, а может быть, текстом с картинкой. Что от нас нужно? Нужно задание, нужна картинка и, соответственно, указать, какой ответ правильный. Все, остальной сервис делает за нас. А тип вопроса называется true, false question. Правда, ложь. Вот таким образом можно достаточно нехитрым способом, используя картинки, тексты, слова и вопросы, создать интересную викторину, которая разнообразит досуг ваших участников. Ну и, соответственно, когда вы все это сохраните, опять-таки код и ссылка останутся с вами. Давайте развлечемся немножко. Личностный опрос. Ссылочку я вам отправлю. Вчера экспериментировала, мне понравилось. Правда, здесь участникам-то интересно отвечать на вопросики, а вот создателям таких вот викторин достаточно сложно. То есть нужно продумать сразу варианты от личностей, которые в итоге появятся, и пойти здесь обратным путем. То есть сначала придумать несколько типов личностей, а затем уже под каждую личность подогнать какие-то вопросы. Вот. Ну, а сервис остальное будет делать за вас, то есть он подсчитает, каких вопросов больше и какая вы личность получились. Вот у меня такой был вопрос, я не оригинальна в этом опросе, это я позаимствовала у Анны Ахматовой. Она всех людей делала на москвичей и петербуржцев. Вот. И вот три вопроса, которые она всем задавала, я их и использовала. Так что можете себя протестировать, на кого вы больше похожи, на москвича или на петербуржца. Ну, давайте смотреть, как это работает. Вдруг вы захотите тоже побаловать своих читателей, потому что многие, я знаю, ведут группы в социальных сетях, а личностные опросы – это такой богатый контент вирусный, который с большим удовольствием участники используют. Смотрим. Как я уже сказала, идем обратным путем.
Здесь у нас раз личностный опрос, у нас будут типы личностей, которые в итоге появятся. Здесь всего два типа по умолчанию. Вы можете придумать больше. 3, 4, сколько угодно. Заполняем имя личности и ее описание. Это то, что появится на финальном слайде, когда участники ответят на все вопросы. Далее переходим. Да, тут можно еще картинки подгрузить ко всем этим описаниям. Переходим теперь к самим вопросам. Заранее их придумали, ну и теперь начинаем их записывать. Вопросы примерно как во всех предыдущих викторинах. То есть вопрос, предпочитаете чай или кофе, варианты ответа. И здесь напротив каждого ответа мы должны написать, к какому типу личности он относится. Например, если чай, то это москвич. Если кофе, то это, соответственно, петербуржец. Вот. Здесь у нас есть текст и есть персоналис. Ну, из названий понятно, что и что. То есть каждый вариант ответа мы соотносим с каким-то из двух типов. Вот. Таким образом. Ну и, соответственно, переходим к следующему вопросу. И опять один ответ будет означать это, а второй ответ будет означать то. Таким образом получается. Ну как вы, петербуржцы или москвичи? Я москвичка оказалась в итоге. Вот таким вот образом можно устроить персональный тест для себя. О, точно. Ну вот, немножко развлеклись. Небольшая пауза. Вот таким образом вы можете, не используя всякие дорогостоящие сервисы, даже вот с помощью Удобо создать интересный, необычный контент. Переходим к следующему разделу. Игры со словами. Я немножко уже про него рассказала вам заполни пропуски, отметь слова и тому подобное. Вот. Перетаскивание слов. Об этом я обо всем рассказала. Есть отдельные задания, то есть это не внутри викторины, а вот просто отдельные задания. Вы можете, допустим, если вы работаете со школьниками, то это вот чаще задания как раз для школьников. То есть пропуски заполнять, отмечать слова, переносить и тому подобное. Они есть в отдельных шаблонах, не викторинные. Я указала, как они называются. Ну и в скобочках еще продублировала на английском, как они изначально назывались. Есть еще здесь интерактивный диктант. Но это для учителя русского, я думаю, больше интересно. Вы надиктовываете какой-то текст в аудиоформате, его загружаете сюда. Но участники должны послушать и написать его в окошечко соответствующее. Нажать на кнопочку «Проверить», и им сервис все проверит. И подчеркнет то, что неправильно, отметит то, что правильно, и там количество баллов назначит. Так что вот так можно тоже здесь поработать. Ну, а я расскажу о трех видах игровых заданий. Это филворд, кроссворд и игра «Отсортируй абзацы». Поехали. Филворд. Вот примерно так он выглядит. Давайте я там для развлечения. Новогодняя тематика, новогодний филворд. Вот, кстати, немножко отвлекаясь от логики развития событий, скажу, что здесь есть поиск по ресурсам. То есть, если вы ищете что-то новогоднее, я, например, в поиске ввела Новый год, и мне вышло очень много разных интересных новогодних ресурсов. То есть, можно посмотреть, и уже если люди создали какие-то работы, вы можете посмотреть, как они это сделали, и создать что-то свое похожее. Ну вот, пожалуйста, филворд новогодний. Смысл задания очень простой. Вам нужно в этом нагромождении букв найти слова, которые написаны с правой стороны. Отметить их мышкой. Тут еще и таймер идет. Затраченное время подсчитывается, сколько вы на задание потратили время. Ну и вот таким образом можно создать небольшое развлечение. Что нам для этого нужно? Просто набор слов. Чего более. Конструктор выглядит вот так. Придумываем название, задачу придумываем, список слов через запятую здесь просто. Ну и далее в разделе, вот где у меня буковки обозначены, светло-серое такое поле, туда мы вписываем список букв, из которых будет состоять наш филворд. Ну, здесь у меня русские буквы, русского алфавита, просто скопировали, вставили. И можно филворд сделать на английском, тогда в этом случае пишите английские буквы. Вот, вот они у меня в разделе «Ориентация», еще раз, чтобы внимательно. Вот, на украинском у нас филворд есть, отлично.
Дальше, что здесь еще можно? Здесь еще есть, можно разрешить повторную попытку, включить, показать решение, если это важно, несколько настроечек дополнительных, ну и, собственно, сохранить все. Здесь тоже все работает очень быстро и просто. Такой филворд тоже можно создать буквально минут за 15. Ну и затем уже делиться со своими читателями. Так, кроссворд. Ну, это более традиционный такой вид, когда у нас есть вопросы, когда у нас есть ответы. Правда, выглядит он немножко не так. С правой стороны у нас есть ответы. И есть там пустые такие графы с буковками. В скобочках написано, сколько букв. Вот, ну и вписываем мы не в саму сетку слова, а вот в эти вот пустые графы, и они отображаются в сетке. Ну вот я начала его разгадывать, вот примерно так он выглядел в итоге. Плюс дополнительно, если вы нажмете на кнопочки, здесь еще можно запрятать подсказки. Синие кнопочки рядышком, они помогают открыть какую-то дополнительную подсказку, если вы запутались. Что нам нужно для такого кроссворда? Слова, сами определения к ним, ну и фоновое изображение. Если остаться без него, то будет просто серый фон, не очень красиво, поэтому лучше какую-то придумать фоновую картинку. Картинку загружаем с компьютера. Вот так выглядит сам кроссворд. Каждое слово у нас будет в отдельном списке. Вот оно у меня с левой стороны. 10 слов, допустим. Ну и с каждым словом мы работаем отдельно. Здесь у нас есть клю и есть ансе. Поскольку сами шаблоны H5P англоязычные, в Adobe еще не полностью переведено на русский, здесь какие-то надписи на английском все равно всплывают. Ну, в общем, здесь можно догадаться, что clue – это определение, а answer, соответственно, это ответ. И вот таким образом каждый вопрос мы вписываем. Дополнительно можно подгрузить картинку, и аудио и видео. Это все загружается с компьютера. Extra clue это называется, то есть это подсказочки. По-другому. Вот они будут таким синеньким обозначаться. Вот в этом кроссворде в подсказочках картинки, имидж. Но вы можете туда и видео добавить, и аудио, или можно какую-то текстовую подсказку. И все, новое слово добавляем, синие клавиши. В разделе «Share» поделиться. Можно. Если на него нажать, то получим ссылку и код. Там три шага. Я не очень поняла вопрос, что имеется в виду. В каком конструкторе и где конкретно. Это нужно чуть попозже. Мне пока так сходу сложно ответить на ваш вопрос. Три шага. Ну и, собственно, так набор слов создаем, сохраняем, получаем кроссворд на выходе всего этого. Тоже довольно несложно, быстро здесь можно разобраться. Еще один вариант. Здесь уже... Ну, или игра со словами, или игра на сортировку, кому как угодно. Ну, тоже такое больше учебное уже, наверное, задание. Здесь можно какой-то вписать текст, несколько абзацев, они здесь называются параграфы. Сервис все перемешает, а задача участников расставить в нужном порядке. Этот шаблон любят учителя английского языка. Я знаю, здесь много упражнений на английском, когда нужно, когда из предложений рассказ там. Мой рабочий день, да, и нужно переставить слова в нужном порядке. Вот. Хотя вот и с русским можно поэкспериментировать. Например, вот это вот задание восстановить последовательность стихотворения Лермонтова. Здесь нужно поменять местами. Для этого есть стрелочки вверх-вниз. Выстроить нужную последовательность, чтобы получилось стихотворение. Ну и затем себя проверить. Конструктор выглядит вот так, заголовок, задание, task description, ну и дальше параграфы пошли, то есть это абзацы. Первый, второй, третий. Загружаем в том порядке, в каком они изначально должны быть, все по порядочку. Ну а сервис уже на выходе все перемешает. Вот получается вот такое игровое упражнение. На этом со словами предлагаю завершить рассказ. Поговорим теперь об играх с картинками. С изображениями. Шаблонов здесь тоже достаточно много. С одним мы уже знакомы, помните, задание про выдру. Здесь есть отдельный шаблон для этого, не в викторине, а просто сам по себе. Так он и называется, перетаскивание. Есть выбор изображения. И есть «Найди пару изображений». Это игра на память. Может быть, играли в такие игры, где по очереди открываешь картинки, их там много-много-много рядов, и нужно запомнить, где какая, и открыть именно пару.
Вот. Выбор изображения – это тоже игра на один вопрос, и поэтому они тоже особо говорить не будут. Там нужно выбрать из двух картинок, насколько я помню, правильную картинку. Мы поговорим вот обо всех остальных. О том, как можно создавать игры по поиску одной области на картинке, множество областей на картинке, об играх по созданию пар и об играх по созданию последовательности картинок. Тоже все шаблоны довольно простые, в них несложно разобраться. Ну, давайте посмотрим. Вот такой вариант игры. Игра может быть и простенькая, да, тут всего лишь есть картинка, на которой отмечены какие-то области, и нужно найти правильный ответ. Вот так эта игра выглядела. Я ее перенесла на Удобу, но ссылка у меня что-то вот осталась старенькая с H5P. Ну, в принципе, на Удобе она выглядит примерно так же. Итак, вот у меня есть такая фоновая картинка. Как правило, в качестве такой фоновой картинки лучше какой-то коллаж создать. Вот как у меня тут 6 птичек, и нужно выбрать птичку, для охраны которой был создан Кандалакшский заповедник. Это в Мурманской области. Каждая птичка – это область изображения. И нужно мышкой щелкнуть по той птичке, которая будет, на ваш взгляд, правильной. Соответственно, вам выскочит ответ. Допустим, первая картинка неверная. Щелкаем дальше и ищем подходящий вариант ответа. Такая вот доскалка. А можно составить алгоритм переноса с H5P в Удобу и в папке. Можно с H5P в Удобу перенести, да, 100%, я так почти все перенесла. Вначале я говорила вебинара, а в папке создаем папку, а дальше в эту папку с Удобы собираем задания, тоже это все можно. Но давайте я уже в конце вебинара опять к этому вернусь, к переносу, если кому-то это интересно, еще раз повторю алгоритм. Возвращаясь к шаблону, вот так вот эта вся игрушка выглядит. Изнутри выглядит следующим образом. Мы, по сути, создаем интерактивный плакат, но только игровой плакат. Вот так оно у меня изначально выглядело. Да, мы не видим, с какого раза попали, то есть пока не щелкнем, мы не узнаем. Нет, сразу не видно. Ну, пощелкайте сами, посмотрите, как у вас получится. По-моему, там подсчета попыток нет, то есть попытки не ограничены. Итак, во-первых, нам нужны так называемые активные точки. Вот этот раздел так и называется «Активные точки». Здесь есть квадратик, есть кружочек. Квадратик у меня закрыт, потому что я именно выбрала квадратик. Мы щелкаем, например, по квадратику и обводим все эти интерактивные точки. Ну, они здесь точки называются, хотя на самом деле это будут какие-то области. Выделили вот таким образом. К каждой области, если по ней щелкнуть, мы открываем через карандашик опять-таки вот такую вот игровую задачу. Мы отмечаем, правильно это или нет, и даем отзыв, то есть обратная связь. Сюда мы можем вписать просто ответ неверный, либо можем чуть-чуть более развернуто написать. Допустим, вот у меня вторая картинка, это был правильный ответ, и я написала, что все верно, это Гага, она известна своим пухом. Вот, и сюда это тихонечко все вписалось. Конечно, целую статью из Википедии мы сюда не впишем, но несколько предложений вполне возможно. И таким образом викторина получается уже не просто развлекательная, а уже более образовательная. Мы можем про каждую птицу что-то немножко рассказать. И когда участник будет щелкать, он еще параллельно узнает и о других обитателях животного мира. Сам шаблон называется «Поиск областей на изображение». Здесь один правильный ответ. Если вам нужно то же самое задание, но с несколькими правильными ответами, то шаблон будет другой, но принцип работы там абсолютно такой же. Это шаблон называется «Найди множество областей на изображение». Вот так он выглядит в Удобе. Ну, в H5P я дала вам ссылочкой, а вот в Удобе, после того, как я его перенесла, он стал вот так выглядеть. В общем, похоже. Итак, у меня здесь три правильных ответа. Вон внизу у меня есть подсчет, сколько я уже нашла. То есть одну я щелкнула, вот она зелененьким обозначилась. Нужно найти еще две, соответственно. Принцип точно такой же. Мы выделяем области изображения, опять-таки квадратиками либо кружочками, подписываем обратную связь, отмечаем, правильно или неправильно.
И, ну, естественно, придумываем задание и обязательно указываем, сколько правильных ответов должно быть. То есть на этой картинке ответов должно быть 3. Я циферку 3 и вписала. Ну, а дальше сохраняем и, собственно, получаем ссылку и код. Все на этом. Тоже игра такая интересная. И опять в обратную связь вы можете вписать какие-то дополнительные сведения о каждой маленькой картиночке, если нужно. Еще игрушка. Это игра «Найди пару». Литературные котики. Нам нужно найти каждому котику его автора. Для этого берем котика из левой колоночки и переносим его мышкой в правую. Слева у меня сами герои, справа писатели, которые их придумали. Вот. «Пара изображений» называется эта игра. Единственное, что нам здесь нужно, это просто на картинке собрать парочками, придумать сам принцип игры и собрать картинки. Ну а далее все дело техники, мы их просто парами так и будем загружать. А сервис уже внутри все перемешает. Каждая пара будет отдельно отображаться с левой стороны. Большая синяя кнопка добавляет новую пару. Мы загружаем картинку, одну, вторую. Ну, соответственно, сначала у меня были котики, они будут слева, а справа будут писатели. Вот всех нужно именно в таком порядке грузить. Далее название каждой картинки придумываем и переходим к следующей парочке. И таким образом их можно сколько угодно здесь создать, а сервис все в итоге перемешает, и участники будут собирать эти пары, перенося мышкой из одного столбика в другой. Быстро. Эти же картинки мы можем расставить в порядке, в определенном. Ну, например, там расположить правителей России в нужном порядке. Вот я книжки Гарри Поттера, например, перемешала. Пожалуйста, их можно расставить по порядку. Называется шаблон последовательности изображений. Опять-таки, нам всего лишь нужны картинки, которые мы загружаем как раз в нужном порядке. Вот так они выглядят. Каждой картинке еще дополнительное название вписать. Забыла сказать, что здесь все, что отмечено красной галочкой, это обязательно для заполнения. Вот. Хотя на самом деле иногда что-то забудешь заполнить, шаблон сохраняется так или иначе. Ну вот по умолчанию все, что красной звездочкой, это обязательно нужно сделать. Ну и наконец, этих картинок вы можете загрузить сколько угодно. Главное в нужном порядке их поставить. Кстати, если вы ошиблись немножко, здесь есть стрелочки. Вы можете поменять местами в любой момент. Так что ничего страшного здесь нет. Дополнительно здесь еще есть возможность загрузить аудиофайл. Не знаю, как это может помочь, но есть такая возможность. Вы можете к каждой картинке еще добавить аудиозвук. Вдруг для чего-то это сгодится. Опять-таки сохраняем. Сервис все перемешивает, все, можно играть. Ну, продолжая про игры рассказывать, еще такое необычное развлечение – флеш-карточки. Вообще, изначально флеш-карточки создавались для обучения иностранным языкам. Наверняка вы их такие видели. С одной стороны, слово на русском, с другой, вернее, на английском, допустим, на иностранном языке, с другой стороны, на русском перевод. Переворачивая туда-сюда карточку, пытались запомнить слова. Ну и так обучаются не только иностранным языкам, термины так запоминают, какие-то даты, может быть, и так далее. Сейчас есть возможность создавать такие флеш-карточки в интерактивном виде. И Удобо здесь тоже предлагает два разных шаблона для создания карточек. Одну ссылочку я уже вам в чат отправила про русских писателей. Но тоже такая игрушка, такая учебная, просто я ее показываю на разных вебинарах, на курсах. Вот так она выглядит. В чем суть этой карточки? Правда, она здесь не переворачивается, хотя и называется флеш-карта. Задача вписать сюда правильный ответ буковками, ну и проверить, соответственно. Если все верно, вы переправитесь к следующей карточке и продолжите отвечать таким образом. Что мы видим в этой викторине? Что можно здесь вписывать ответы текстовые, и можно здесь же еще каждой карточке подгрузить картинку. Опять-таки, все здесь не очень сложно. Сам шаблон очень красивый. Мне нравится оформление здесь необычное. Все остальные вот игры викторина, они очень такие простые на белом фоне, а вот здесь создатели так красиво подошли с душой. Получилось довольно интересно. Давайте смотреть.
Ну, знакомый нам конструктор, уже на предыдущих играх я уже показывала. Здесь тоже получается вот с левой стороны список вопросов, флеш-карточек, ну а справа, собственно, конструктор по каждой карточке. Вопрос-ответ. Вопрос – это изначально, что будет на карточке написано, а ответ – это то, что участник должен вписать. Ну и, соответственно, плюс еще можно добавить картинку. Она будет отображаться вверху. Сохраняем, переходим к следующей карточке. Их можно опять-таки поменять местами, изменить их последовательность. Сохраняем, и в итоге сервис выдает нам вот такую интересную игрушку. Диалоговые карточки. Вот здесь как раз карточки переворачивающиеся. Правда, они не такие красивенькие. Они у меня были созданы на H5P, вот оттуда я их вам и показываю, потому что эти карточки у меня были с аудиофайлами. Аудиофайлы, к сожалению, у меня потеряли сеть, и я даже вручную перенести не смогу на Удобу. А так через скачивание у меня не получилось, не встал этот шаблон. Вот, поэтому если вы какие-то аудиоигры будете переносить, ну, я вас предупреждаю, что могут проблемы возникнуть. Вот у меня возникли так, но на H5P все работает, вот показываю. На Удобе будет примерно так же. Итак, сам смысл карточки. Здесь можно картинку, текст добавить, ну и, собственно говоря, аудиофайл подключить. Одновременно у меня викторина и виртуальная выставка. То есть у нас были читатели в библиотеке, они читали стихи поэтов-юбиляров 2018 года. И чтобы эти файлы сохранить, мы решили из них сделать викторину-виртуальную выставку. То есть задача угадать, кому принадлежат стихи, можно перевернуть карточку и посмотреть, имя автора будет на обороте. Шаблон очень похож, вот так он выглядит. Но это я просто на Удобе начала опять с нуля создавать все. И текст, ответ, который будет на обороте. Текст это на заглавной карточке, ответ будет на обороте, картинки и аудиофайлы внизу, кнопочка для этого. Ну и, собственно, добавить диалог, это значит добавить новую карточку. И таким образом создается набор этих самых карточек. Сохраняем и получаем код и ссылку. Тоже все довольно быстро и просто делается. Ну и здесь еще интерес в том, что это аудиофайлы. К сожалению, таких карточек, других примеров я не нашла. Может быть, вы сами пробовали такие делать. Я бы рада какие-нибудь еще вам примеры дать, но пока больше у меня ничего такого нету. А сам шаблон мне очень понравился, очень интересный мне показался. Давайте от простенького перейдем к более сложным формам. Поговорим уже о таких каких-то масштабных произведениях. Это у нас все были игры, викторины, упражнения. Предлагаю посмотреть на ленты времени. Ну, я думаю, знакомый вам формат. Лента времени, собственно говоря, это шкала, на которой отмечаются события. К каждому событию привязывается какой-то контент. Текст, картинка, может быть, видеоролик. Вот как раз есть такой шаблон у Удобы. Он позволяет создавать такие ленты времени. Правда, называются они немножко иначе. Они называются шкала времени. Ну, вот так выглядит. Это мое творчество. И лента времени вот таким образом может смотреться. Выглядит она как слайдер. Довольно симпатично смотрится. По центру у нас будет слайд, как у викторины. Единственное, что мне здесь не очень понравилось, то, что... К сожалению, нельзя форматировать текст. Вот для меня мелковатый текст, особенно если его немного, он так как-то сиротски здесь смотрится. Но, к сожалению, здесь форматирование текста не предусмотрено, поэтому он такой не слишком крупный, может быть. Мы видим, что можно добавить текст, картинку, а вместо картинки можно видеоролик добавить. Сам фон у этого слайдера какую-то можно загрузить картинку, либо просто оставить серым, если картинок не предусматривается. И внизу отсечки временные. То есть эту ленту времени можно просматривать, просто слайды листать стрелочками, либо щелкать внизу по отсечкам временным. И так можно смотреть. Рассказываю, как это создается. Это на самом деле несложное занятие. Опять там несколько шагов будет, я в общем вкратце расскажу. Ну, во-первых, придумываем название нашей ленты времени, аннотация. Это то, что у нас появится на первом слайде на нашем.
и загружаем, соответственно, самое главное, фоновое изображение. К сожалению, здесь нельзя каждому слайду добавить свою картинку, а очень жаль, хотелось бы. Поэтому картинка будет одна. Ну вот я вид Мурманска загрузила, ну и пошла дальше. Конструктор здесь будет длинный. Если у нас лента времени будет из многих-многих событий, то конструктор у нас будет очень длиннющий. То есть вот каждое событие – это вот один оборот мышки, прокрутка одна. То есть чем больше мы создаем событий, тем дальше-дальше мы вниз уходим. Главное там не запутаться внутри этих событий. И самая еще такая особенность, что мы не увидим, что у нас получается, пока мы это не сохраним. Вот, то есть мы добавляем события, добавляем, а что там у нас на выходе получится, мы узнаем только в самом конце. Ну, смотрим дальше. Итак, ну, высота в пикселях, это у нас ширина этой самой ленты времени, ее можно подстроить, она здесь по умолчанию 600 пикселей. Хотите пошире сделать, можно, хотите поуже, тоже можно. Ну, вот стандартное, то, что у меня на экране, это вот 600, я не трогала здесь ничего. Переходим к самому интересному, это раздел «Объект». И дальше мы начинаем даты. Что нам здесь нужно? Обязательно начало даты. Чтобы событие добавилось, нам нужна дата начала. Здесь они в очень необычном формате загружаются. Начинаем с года, то есть задан наоборот получается. Сначала год, потом месяц, потом день. Обязательно между ними ставим запятые. Это такой формат, который необходим для того, чтобы лента времени на выходе сгенерировалась. Вот. Окончание события не обязательно. Но если вы знаете, можно его добавить тоже. Это первый шаг. Добавляем дату. Дальше к дате мы тут же ниже опускаемся, добавляем заголовок, то есть это то, что будет крупненько написано, ну и текст, который будет написан помельче. Название события и описание события. Здесь есть еще метки. Я не слишком разобралась, в чем суть этих меток, но, на мой взгляд, они нужны для того, чтобы группировать какие-то события. Ну, например, вы какие-то события отметили меткой, что они относятся к биографии какого-то писателя, а часть событий те, которые относятся к творчеству писателя. Вот такие две метки придумали, и каждое событие промаркировали таким образом. И потом на выходе вы можете, щелкнув по этой метке, открыть все события, которые относятся только к биографии, или открыть события, которые относятся только к творчеству писателя. Ну, то есть вот так вот сгруппировать для просмотра какие-то события на ленте времени. Если у вас их много. Если у вас немного событий, то, наверное, в этой графе особого смысла нет, можно ее пропустить. Ну и, соответственно, внизу серая кнопка «Добавить item», «Добавить новое событие». Какой еще контент здесь можно добавить? Опять-таки, в разделе «Объект» находим «Медиа». И выясняем, что медиа-объекты добавляются ссылками на фото, видео, аудио и на карту Google Maps. Вот списочек всех сервисов здесь вынесен, те, которые поддерживаются. Картинки поддерживаются любые, но не с компьютера. То есть здесь важно знать, что картинка будет опубликована в интернете. Оттуда берем ссылку на нее и сюда в это окошечко вставляем. А одно медиа, один слайд. Вот таким образом. То есть выбираем, либо картинку добавляем, либо добавляем видео, например. Если вы хотите, то можно в сам текст, чуть выше, который был у нас, вставить гиперссылку. Если у вас много-много контента, вы не хотите ничем жертвовать, то можно как гиперссылку какую-то информацию добавить. Например, какой-то у вас есть интересный видеоролик, вот как гиперссылку его можно добавить в сам текст. Ну, а вот чтобы открыто было, большая такая, либо картинку, либо видео, либо карту, либо аудиоролик. Дальше. Иконка. Икона здесь. Через плюсик добавляется. Это внизу. Это маленькие картиночки, которые будут на ленте времени в самом низу, по которым щелкать. Опять-таки, их можно просто пропустить. Да, либо можно туда маленькие картиночки подгрузить. Вот, к сожалению, я забыла сейчас, там с компьютера они грузятся или с интернета. Сейчас уже сложно вспомнить, но, собственно говоря, нажать на кнопку «Добавить» и посмотреть, там будет подсказочка. Это мы создали первое событие. Название, дата, текст, описание, ну и медиа какое-то прикрепили. Нажимаем на кнопку «Создать новое событие», «Новый айтем», «Айтем» и переходим к следующему событию. Опускаемся еще ниже и поехали в том же порядке в следующее. Есть тут еще так называемые эры.
Я их никогда не делала, не использовала, но чисто технически они делаются примерно так же. Эры имеются в виду какие-то максимально большие события, которые там охватывают несколько десятилетий, вот что-то вроде этого. Опять-таки прописываем начало, окончание, заголовок, вписываем текст, метки, ну и медиа точно так же подключаются. Я думаю, на ленте времени они как-то иначе будут выглядеть. Правда, ни разу не пробовала, мне идея не приходила с использованием R. Но можно тоже попробовать, такая возможность есть. Когда мы, наконец, всю эту длинную ленту времени создали, вроде как все загрузили, осталось нажать на кнопку «Сохранить», она сгенерируется, и теперь уже будем просматривать. Обязательно обращаем внимание на картинки. Дело в том, что если неправильно взять ссылку на картинку, то она может некорректно отобразиться на самой ленте времени. Тут вот с картинками такая. Может возникнуть путаница. А так мы все просматриваем, если все отлично, делимся. Если не очень, вверху есть кнопка «Редактировать». Открываем заново наш конструктор и что-то меняем, если что-то нам не понравилось. Ну, в целом, это, конечно, работа такая более длительная, более серьезная. Здесь вам понадобится много контента, но она очень интересная. Можно создавать очень необычные такие истории цифровые. Ко всем объектам, ко всем работам, которые вы создаете, можно загружать еще обложку. Но это такая картинка, которая будет в вашем личном кабинете отображаться. Я раньше игнорировала эту кнопочку, но когда я стала очень много ресурсов, и очень много ресурсов с похожими названиями, я начала в это путаться и поняла, что надо загружать обложки. И хотя бы по обложкам догадываться, что есть что в моем личном кабинете. Ну, кнопочка «Сохранить» и, собственно, «Генерирование». Другой формат, тоже большой, это формат называется интерактивный плакат. Я вам пару ссылок сейчас отправлю в чат. Наверняка вы создавали это изображения, на которых отмечены так называемые горячие точки или интерактивные метки, их по-разному все называют. С помощью каждой метки прикрепляется какой-то контент. Здесь можно использовать текст, изображение и видео. Причем здесь уже ничем вы не ограничены. То есть к одной метке вы можете добавить огромный список всего. Можете все три добавить, можете несколько текстов, несколько картинок, несколько видеороликов, сколько угодно. Смотрим. Ну, вот так вот она может выглядеть. Это взята, например, карта Санкт-Петербурга. Здесь отмечены какие-то улицы. Мы видим плюсиками обозначены эти самые метки. Если щелкнуть по плюсику, в такое окошечко появляется всплывающее. И внутри этого окна мы читаем информацию об этой улице. Чем она названа, каким именем, чем известен этот человек и тому подобное. Так можно сделать, не обязательно, допустим, даже просто какую-то картинку. Можно вот такую виртуальную экскурсию сделать. Вот у нас тут в чате есть виртуальная выставка. Тут очень много всего можно придумать. Можно просто обложку книги взять и к этой обложке прикрепить разную дополнительную информацию. Очень много выставок таких делается. Все это несложно. Для начала нам нужно фоновое изображение, самое главное, на котором будем размещать метки. Дальше иконка метки. Здесь, если открыть выпадающий список, здесь выпадет несколько видов иконок. Нам нужно выбрать просто несколько. Раньше было только с плюсиком, сейчас появились несколько вариантов. Вот плюсик, например. Да, предопределенная иконка нам предлагает плюс. Цвет его выберем тоже. Если у нас картинка синяя, можно синие метки подстроиться под цвет. Дальше картинку мы загрузили. Вот она. Вот у меня были такие животинки. Дальше метка. Он ставит ее автоматом. Вот маленький зелененький кружочек. Если на слайде присмотритесь, вот он там на аннотаторе у меня стоит. Мышкой его можно, естественно, двигать в любую сторону. Отмечаем животное. Ну, вот я отметила аннотатору, да. И дальше внизу подписываю название этой метки. Я к ней прикрепила просто текст. У меня особого контента здесь не было, просто было описание этого животного. Я сюда его вписала. Дополнительно добавить item означает, что дополнительно еще что-то сюда можно добавить. Картинку, например, аудио, видео. Если у меня еще что-то есть, я могу тут же добавить еще контент. Ну и синяя кнопочка добавляет новую точку. Опять откроется такая маленькая картиночка, опять появится метка, вы ее мышкой в нужную сторону передвинете, ну и опять заполните эту карточку. Все.
Таких меток на изображении может быть неограниченное количество. Тут опять у вас конструктор будет длинный. Чем больше меток, тем длиннее будете опускаться вниз. Виртуальный тур. Я вам покажу ссылку просто на демонстрационный тур, который здесь создан. На самом сервисе взяла оттуда. Потому что этот шаблон довольно редко используется. Все потому, что он требует создания на основе изображений 360 градусов панорамных, полной панорамы причем. Я пробовала экспериментировать с разными изображениями вчера. Все мутно получается. У меня не было хороших 360 градусных картинок, поэтому пришлось взять демо. Это та же самая история, как интерактивный плакат. Только теперь мы загружаем не плоскую картинку, а вот такую объемную. И мы можем по ней двигаться. Там есть стрелочки на картинке. Вы можете переключаться на другие панорамы, например, если у вас их целая серия. Вы можете перепрыгивать между ними. Таким образом, можно создать виртуальный тур, допустим, по музею, по какой-то местности и так далее. Единственное, чисто технически это ограничивается тем, что здесь нужны специальные картинки для этого хорошего качества. Да. Вот. Либо если вы сами их умеете делать, либо у вас есть знакомые фотографы, которые вам могут сделать такую картинку. В интернете чего-то как-то с этим все сложно. Поэтому даже поэкспериментировать у меня не получилось. Можно, кстати, загрузить плоскую картинку, но она будет не очень красивая, получится примерно как был предыдущий вариант, интерактивный плакат. Поэтому про это говорить не буду, расскажу про панораму. Вот так она выглядит. Шаблон называется 360-градусное окружение. Стрелочки, вот эти черненькие, они позволяют переключаться между несколькими панорамами или между несколькими картинками, если вы статичные загрузите. А плюсик – это интерактивная метка, которая открывает нам дополнительную информацию. Здесь конструктор немножко иначе выглядит. Ну вот я с Красной площадью пыталась поэкспериментировать, но не буду вам показывать, потому что картинка оказалась плохого качества, она очень мутная. Ну вот я попробовала, честно. Название, картинку загрузила, можно добавить звуковую дорожку. Вот это беззвучная панорамка, а можно еще фон добавить звуковой. Дальше нам предлагают выбрать, что мы хотим. Если нам важно какую-то дополнительную информацию, то выбирай этот вариант. Если мы просто хотим набор каких-то сцен загрузить, между которыми сделать стрелочки, то выбираем новая сцена. Если мы выбираем и то, и другое, то лучше ставить дополнительную информацию. Это первый шаг. Ну вот я загрузила. Это у меня статичная уже картинка. Вверху кнопки для добавления разного контента. Стрелочка, самая первая кнопка слева, это как раз для перехода между несколькими сценами. А сцены создаются кнопочкой с плюсиком внизу. Новая сцена. Вот. Далее. Если мы хотим на эту картинку добавлять информацию, то вот у нас оставшиеся 6 кнопочек для этого приспособлены. Первая – текст. Это кнопочка для добавления текста. Она будет изображаться в виде вот такого плюсика, а дальше на него нажимаем, и открывается текстовое поле. Далее картинка. Такая же кнопка, но будет уже открываться, и там внутри картиночка будет. Дальше что у нас здесь есть? Аудио, видео, и есть два вида списков, насколько я поняла. Не пробовала эти кнопочки, но есть такие варианты. Вот. И такие метки мы расставляем по всей этой панораме. Сохраняем. Вот. Если нужна новая сцена, подгружаем ее синей кнопкой, переходим к ней тоже. Ну, по сути, это тоже набор интерактивных плакатов, но и немножко иначе они смотрятся. Особенно здорово, если, конечно, 360, это вообще отлично будет. Можно такую виртуальную панораму заказать. Знаю, что многие библиотеки такие себе делают, на сайтах располагают. Ну вот можно самим это попробовать сделать. В общем, здесь все несложно оказалось. Дальше мы можем установить начальную позицию, откуда будет смотреть просмотр. Ну вот первая сцена по умолчанию будет, откуда будет начинаться весь просмотр. Ну а далее опять сохраняем, публикуем, делимся. И осталось у меня еще совсем немного, займу вашего внимания, интересные шаблоны, но я, по сути, уже обо многом рассказала. Это такие шаблоны остались, которые вмещают в себя все предыдущее, что я уже сказала. Такие конструкторы конструкторов. То есть те, которые внутрь помещаются и викторины, и интерактивные плакаты, и игры разные, и тому подобный контент. Первый шаблон называется «Презентация».
Ну, стандартно здесь ничего особенного, да, все тот же наш знакомый формат. Вот, пожалуйста, таких работ много на Удобе. Можно поискать, посмотреть, как коллеги их создают. Есть презентации обычные, стандартные, как PowerPoint, есть презентации интерактивные. Вот это самое интересное. Как догадаться, интерактивная презентация или нет? Внизу появляются вот такие вот шарики, кнопочки, кружочки. Это интерактивчик сюда вставлен. На каких-то слайдах есть интерактивный элемент. Викторина, вопрос может быть интерактивное видео, какой-то другой интерактив, на который можно отвечать. Листается презентация стрелочками, как обычно, все стандартно. Сама шаблонов здесь для Господи, все, слова потеряю. Шаблонов для создания презентаций здесь готовых нет, как в PowerPoint. Здесь нам дается просто пустой лист, и мы уже на нем творим. Вот кнопочки. Мы загружаем первый слайд. Я вот такой создала. Это моя презентация через тернии к звездам. Она опять учебная, ничего такого в ней особенного нет, просто попробовала. Вверху и внизу я тут все кнопки, какие можно нажать, нажала и подписала, чтобы было понятнее, что можно внутрь презентации добавить. И если мы посмотрим, то здесь практически все, что, о чем я уже говорила. То есть можно, конечно, стандартный набор тексты, картинки, киперссылки, видеоролики с YouTube или с компьютера загружаются, аудио с компьютера. Ну и дальше все виды викторин, о которых я говорила, с одним ответом, с несколькими ответами, правда, ложь, перетаскивание, заполнение пропусков и тому подобное. Еще списочком с правой стороны выходит. Вот, несколько упражнений со словами, диалоговые карточки, таблицы и интерактивное видео. Вот, даже контент из Твиттера можно добавить. Как здесь все работает? Да, еще внизу несколько кнопочек для слайдов самих. Добавить слайд, копировать, фон залить. Вы можете залить просто одним цветом, а если у вас есть картинка, вы можете в качестве фона установить эту картинку с компьютера, просто загрузить. Ну и поменять слайды местами, удалить. Эти кнопки находятся внизу. Здесь не как в PowerPoint, здесь немножко иначе. Ну, в общем, если разобраться, несложно. Вот, например, текст я добавила. Здесь все хорошо, здесь все форматируется. Можно менять шрифт, размер. Я про это уже говорить не буду. Вы по набору кнопочек, наверное, это заметили. Сохраняем просто как обычный текст. Вот гиперссылка у меня. Да, гиперссылка. Гиперссылка, ой, нет, ошиблась, не гиперссылка, а вот если вернуться, я вам не показала, вы, наверное, не обратили внимания на значок с якорем. Вот он вверху такой, раз, два, три, четыре, шестой слева. Якорь, перейти к слайду, это внутренняя навигация внутри презентации. Если вы ее выберете, вы можете переключаться между слайдами. Ну, например, сделать какое-то как это сказать, оглавление в начале вашей презентации, чтобы читатель смотрел не все, а вот только то, что его интересует. Например, для выставок это актуально. И каждому этой надписи, каждой там картиночке прикрепить переход к какому-то слайду. Вам нужно всего лишь номер слайда сюда вписать, и так внутри презентации у вас будет внутренняя навигация. Дальше. Ну, медиа добавляю, это как раз викторина. Стандартный нам знакомый вариант. Так добавляется. Ну и после того, как вы весь контент добавили на слайды, вы тут же видите, как это все встает, как это у вас все меняется. Тут не надо ждать этот длинный конструктор, когда он закончится. Здесь прямо на слайдах все сразу становится видно. Там среди контента, который вставляется, есть еще так называемое интерактивное видео. Но один из самых сложных, на мой взгляд, шаблонов. Не удалось у меня его перенести на Удобу, потому что там видео, наверное, задействовано. Я только так могу объяснить, поэтому на H5P вам показываю про витамины. Это мое видео. Ну, вот так оно выглядит изначально. Что это такое интерактивное видео, если вы ни разу с этим форматом не сталкивались? Это видеоролик, внутри которого встроены разные задания. Не обязательно задание, может быть какие-то тексты, аннотации, пояснения. Ну, то есть таким образом мы создаем учебное видео какое-то. Его чаще используют именно для учебных целей, но библиотекари тоже могут использовать, почему нет. Вот опять-таки маленькие кружочки внизу подсказывают, где что у меня есть, где какие интерактивности здесь расположены.
Запускаем видео, оно идет, останавливается на каком-то задании, мы его выполняем и следуем дальше. Работаем следующим образом. Нам нужно, во-первых, добавить видео. Здесь оно грузится либо с YouTube, я добавила с YouTube, но можно и в формате MP4 с компьютера. Далее, добавить взаимодействие. Выбираем кнопку, и у нас появляется панель, очень похожая на презентацию. Ну, кнопочки примерно, практически, ну, где-то по большей части такие же, как в презентации. Это все, что можно встроить внутрь видео. То есть здесь и викторины у нас, и картинки, и гиперссылки. Есть кнопочка перекресток, сейчас о ней скажу, горячие точки есть. И все виды разных заданий, упражнений. Ну вот, пожалуйста, я их подписала. Если интереснее так, то вот со списком они тут есть. Разные викторины, перенесение слов, заполнение пропусков, вопрос ветвления и горячие точки. Вот про ветвление и про горячие точки я особо не говорила. Сейчас расскажу об этом подробнее. А все остальное здесь работает, как и в презентации. В чем суть? Запускаем видео, ставим на паузу в нужный момент, а дальше щелкаем по одной из этих кнопочек. И прямо вот в этот момент видео добавляем какой-то интерактив. Ну, например, текст, просто какую-то аннотацию мы хотим добавить. Вот нам именно в этот момент нужно дополнительную информацию дать участникам, зрителям. Конструктор будет примерно вот такой для всех кнопок, чтобы вы не выбрали. Во-первых, у вас спросят, сколько секунд будет длиться эта аннотация. По умолчанию 10 секунд. То есть она на 10 секунд появится, чтобы мы ее прочитали, потом исчезнет. Можно увеличить это время или уменьшить. Далее, остановить видео. Ставим галочку, если нам нужна пауза. То есть ставим на паузу, чтобы зритель вдумчиво все прочитал. Как мы хотим показать текст? Кнопочкой или постером? Кнопочка – это просто будет кнопка на видео. Если мы хотим сразу всю надпись, то выбираем постер. Ну и сам текст, соответственно. Вписываем, нажимаем «Готово» и переходим дальше. Опять видео запускаем и опять повторяем все то же самое. Это кнопочка для гиперссылки. Гиперссылка на любые виды ресурсов, какие вы считаете нужным. Как видите, конструктор такой же. Устанавливаем время, паузу, вставляем ссылку, нажимаем «Готово». Все. Викторины. Сначала нас спросят опять про то, что нужна ли пауза, сколько времени и тому подобное. Ну а дальше откроется конструктор для создания викторин. Викторины тоже разные. Есть с картинками, есть без картинок. Выбираем формат, который нам нравится. Далее, вот вопрос ветвления. Это сложный тип вопроса, я его не использовала. Я просто не придумала. Может быть, вы придумаете. Я думаю, что это больше работает для больших видеороликов. В чем суть? Например, ваш участник прослушал какую-то информацию видеоролика, дошел до викторины, и дальше ему предлагается несколько вариантов ответа. Допустим, один правильный, остальные неверные. Так вот, если он ответил правильно, то он автоматически перепрыгивает на следующий эпизод этого видеоролика и дальше смотрит. Если он ответил неверно, то нам нужно вернуть его назад, чтобы он еще раз послушал. Ну и опять второй раз потом ответил. То есть вот это называется перекресток. То есть мы как будто маленький квест сделаем внутри видео. В зависимости от того, как ответил участник, мы его куда-то перенаправляем в любой момент видео, который вам захочется. Конструктор, ну я так объяснила, надеюсь, понятно из моего объяснения. Конструктор вот так выглядит. Нам нужен вопрос и варианты ответа. Первый и второй. После каждого варианта мы подписываем, на какое время вы хотите его передвинуть. Тайм-код. В формате MMSS, ну, то есть две циферки для минуты, две циферки для секунды. Вот. Ну и, соответственно, второй choice, второй выбор переправляет его в другой вид видео. Вот так что, вот таким образом можно квесты делать внутри видеоролика. Дальше. Горячие точки. Это немножко не такие, как в интерактивных плакатах. Это кнопочки, которые опять-таки позволяют переключиться на какой-то тайм-код, то есть на какой-то эпизод видео перенаправиться, либо открыть какую-то ссылку на веб-ресурс дополнительно. То есть вы можете просто ссылку добавить, а можно такую горячую точку добавить.
Вот. Причем это не обязательно может быть точка, это может быть фигура. Допустим, вы на видеоролике выделяете какую-то фигуру, человека какого-то, я не знаю, животное. Вот. И при нажатии на это животное открывается статья из Википедии, которая об этом животном рассказывает. Ну, вот как-то примерно так можно это использовать. Вот что называется горячей точкой. То есть это не обязательно может быть точка. Тоже все очень несложно. Выбираем варианты. Нам нужен тайм-код или какая-то ссылка. Выбираем фигура, как мы будем вводить, например, прямоугольник. Тут еще и мигающие эффекты можно добавить, курсорчики, чтобы читатель точно не заблудился и знал, что там можно что-то нажать. Ну и сохраняем это все. Вот. Ну и вишенка на торте. Здесь еще есть навигация. В моем видео я тоже попробовала. Это называется меню. Если у вас, опять-таки, большой видеоролик, для облегчения просмотра вы можете меню сделать, так называемые закладки поставить. Делается это очень просто. Запускаем видео, в нужный момент ставим паузу, нажимаем на значок с флажком. Добавить закладку, придумываем ей название. Ну и так по всему видео наделали закладок, а потом из них сервис сделает нам меню. Оно будет в самом начале показываться, если щелкнуть. Вот, таким образом. Вкратце, конечно, здесь намного все дольше будет происходить, но очень интересный формат, так что можно взять его себе на вооружение, я думаю, 100%. Так, и, по-моему, у меня последняя на сегодня часть – это интерактивные книги. Тут я буквально несколько слов скажу. Они похожи на презентации, на интерактивное видео. То есть это, по сути, электронные книги. Они, правда, не листаются, они просто просматриваются. Но внутрь такой книги вы можете вставить совершенно разный контент. Допустим, презентации, там, таблицы, тексты, чему, что угодно. Вот смотрите, пожалуйста. Вот так начинается. Это не моя интерактивная книга, просто я взяла показать вам примерчик. Я работаю над этим, я сделаю обязательно, не на все время хватает, но шаблон я посмотрела, поняла, что там, если мы предыдущее все освоили, то в интерактивной книге точно не заблудимся. Итак, как это все работает? А вот так. Придумываем заголовок, добавляем обложку. И дальше каждая страничка у нас оформляется. Добавляем страницу и дальше выбираем контент, который мы на эту страницу будем добавлять. Как презентация, только немножко по-другому. Нам открывается огромный список всего, чего только здесь нет. Это практически все шаблоны из этого сервиса. То есть можно и тексты добавить, и таблицы, тейбл, перенос слов, диалоговые карточки, презентация, аудио, видео, чего здесь только нет. Даже встраиваемые объекты. Это я только часть открыла. Там огромный выпадающий список. Если вас пугает английский, можно перевести на русский через переводчик. Это несложно, через Google переводчик, например. Выбираем, например, нам нужно вставить текст. Нажимаем на текст, открывается для него окошко, мы его вписываем. Контент вы можете без ограничений добавлять огромное количество на одну страницу. Она просто будет очень-очень длинная. Вы можете текст добавить, потом туда внутрь картинку встроить, потом там видео, может быть, еще и так далее. Здесь можно разделять контент горизонтальной линией, то есть отделять одну часть от другой. И вот так с каждой страничкой мы работаем. На выходе получаем вот такую интересную интерактивную книгу, которую можно на сайте и в блоге строить. В заключение просто несколько слайдов полистаю. Я вам сейчас оптом сразу все ссылки оставшиеся отправлю в чат. Это такие штучки, если вы работаете с сайтами и блогами, то можно их взять на вооружение. Это очень простенькие штучки, ну вот именно что штучки. Просто это такие интересные вещи, которые можно использовать у себя на сайте и в блоге. Мне, например, очень пригодились. Ну, например, аудиоплеер. Ну, например, вы хотите на страницу сайта своего или блога встроить аудио какое-то, а его нужно еще куда-то загрузить, и надо, чтобы это все было бесплатно, и чтобы вы не удалили через 30 дней. Вот здесь есть возможность создать аудиоплеер, он не такой очень простой, но очень действенный. Вы выбираете, три вида плееров здесь есть, загружаете свой аудиофайл с компьютера, и вот можете теперь встраивать на сайт и в блоге у себя. Я очень много этим пользовалась. Слайдер. Другая штучка. Это фотогалерея. Тоже все очень просто. Нужно просто загрузить картинки, из них сделать слайдер. Вот он так будет выглядеть. Стрелочками листается. Внизу кнопочки подсказывают, сколько здесь картинок внутри. Тоже на сайте и в блоге очень симпатично смотрится. Выглядит вот так.
придумываем заглавие, какие-то тексты и добавляем наши знакомые item, то есть картинки просто загружаем и все. Вот такой слайдер. Что было, что стало. Может быть, видели где-то на сайтах. Вот такая шторка сейчас довольно часто практикуется, особенно, допустим, там на разных краеведческих сайтах. Показывают одно и то же место, которое было давно и которое сейчас. Тоже здесь есть такая возможность. Очень все просто. Берем две картинки, грузим, подписываем каждую картинку. И, собственно, все, сохраняем. Все, слайдер готов. Две картинки и можно немножко текста добавить внизу. Ну и последнее, встроенный iframe. Это что такое? Это такая штука для любителей информационных технологий. Ну, например, вы создаете в каком-то другом вообще сервисе какую-то работу. Например, в BookCreator я создавала электронную книгу. Но этот сервис не предлагает кода, чтобы встроить на страницу сайта и блога. Он просто дает ссылку. А мне ссылку не хочется. Я хочу код, чтобы встроить в красивом виде на сайт и в блоге. Для этого есть функция встроенный iframe. Я очень часто ей пользуюсь. Берем ссылку, вставляем ее в раздел «Источник», придумываем какой-то заголовок, ширину, высоту прописываем, какие здесь данные в сервисе. Это не страшно. Вот сохраняем, и нам сервис генерирует уже встроенный вот этот вот iframe. Не ссылку мы получаем, а код. И теперь можем встраивать в красивом виде на сайты и в блоге. Вот в блоге я очень часто им пользуюсь, он мне помогает в работе. Вот такие вот возможности у этого сервиса. Вот обо всем, что я использовала, что я пробовала, я вам сегодня рассказала. И вопросы часто мне приходят, вот где брать статистику. Собственно, по этому сервису есть такая возможность. Вы открываете любую свою работу, которую вы создали. Здесь есть две кнопочки. Кнопочка «Результаты» и кнопочка «Отчеты». В результатах, например, я открыла викторину вот про северных животных, которые вы мне сегодня, я вам ссылку кидала. Вот у меня открылось вот такое вот поле. Здесь подписаны авторизованные пользователи из этого самого сервиса. И вот здесь мы получаем информацию о том, какой пользователь, на сколько вопросов ответил и сколько он баллов заработал. Вот. Если это викторинка, вот тут прописано по каждому пользователю. Если кто-то не ответил, а просто открыл, то просто здесь будет пусто. А если кто-то отвечал на вопросы, то вот его баллы здесь прописаны, кто сколько набрал. Но это только если ваши пользователи здесь зарегистрированы. Да? То есть, если вы с детьми работаете, то чтобы их видеть не анонимно, они должны быть зарегистрированы. Если у вас анонимные пользователи, то открываем папку «Отчеты». Вот. В отчетах здесь мы видим всех пользователей. Здесь можно настроить статистику. С какого по какой день, то есть там по месяцу, как обычно снимают статистику, там, я не знаю, по году. Здесь у меня вообще все открылось, вот все, что я тут наработала, начиная с 2000, не помню какого года. Вот я тут вижу, кто заходил, кто авторизованный подписан, а кто не авторизованный. Здесь написано guest, гость, значит. Вот я вижу, сколько он времени провел, ну, в общем, все довольно подробно. Ну, а вверху общая информация, сколько заходило, 242, сколько очень быстро ушли, 76, ну и тому подобное. Если вам нужна для отчетности, для того, как вы работаете и для разных других целей, то есть здесь статистика. Что касается кнопки share, про которую мы тут говорим. Сейчас я попробую. Честно говоря, я про нее не думала. Она мне просто в работе не нужна была. И я поэтому... Ну, сейчас я просто любой ресурс открою, попробую посмотреть, что в этой кнопке. Share. Угу, поняла. Эта кнопка для того, чтобы делиться своим контентом. Нам она, скорее всего, не очень-то и нужна. То есть это если вы хотите свой этот ресурс распространить, допустим, специально подготовить какую-то...
пресс-релиз, скажем так, на ваш ресурс и распространить его где-нибудь. То есть здесь придумать заголовок, написать язык, прописать лицензию, по какой лицензии вы распространяете этот свой информационный продукт, дополнительную информацию, прикрепить обложку, картинку, и потом на выходе вам дадут какую-то ссылку, и у вас такая красивая плашечка, наверное, получится, там какой-то такой объект, который вы можете делиться в социальных сетях. Вот я думаю, что исключительно ради этого. Вот я никогда не пользовалась, честно. Я даже и забыла про эту кнопочку Share, потому что под каждым ресурсом всегда дают ссылку и код, и мне этого вполне хватало. Но здесь такая более подробное представление, там обязательно надо прописать лицензию, по которой вы хотите распространять свой информационный продукт. Я думаю, это больше для работников образования. Но можно поэкспериментировать, попробовать. Я поняла, я попробую, понажимаю на кнопочки, посмотрю, что получится из всего этого. Вопрос в самом начале был, как перенести с H5 FP сюда. Под каждой работой там будет кнопочка либо переиспользовать. На H5P, по-моему, другая какая-то кнопка есть, скачать или что-то вроде этого. Не помню на английском, как она звучит, но если с русского на русский перевести, там будет скачать. Вот. Скачиваем. Он будет сохраняться в формате расширения, у него на конце будет H5P. Вот этот файл, он у вас сохранится на ваш компьютер. А дальше заходите в Удобу, нажимаете создание интерактивного контента, но когда у вас выпадет весь список шаблонов, вверху нажимаем кнопочку «Загрузить». Она будет прямо над шаблонами. Ну и через эту кнопку мы грузим этот самый файл, который мы только что скачали. Вот. Какое-то время ждем. Вам потом пишут, что шаблон установлен, он у вас тут же и откроется, и все. Это хорошо работает с викторинами. Вот я все викторины перенесла. А все, что с аудио и видео, у меня не встало. Вот. Если у вас по-другому, напишите или расскажите. У меня не получается. Приходится вручную это все второй раз делать. Либо оставить, как было на H5P. Вот такая история с этим сервисом. Я надеюсь, информация для вас была полезной. Для тех, кто еще ни разу не попробовал, обязательно попробуйте. Это очень интересный продукт, интересный проект. Он бесплатный, он на русском, почему бы им не воспользоваться? Особенно для любителей, чтобы было под одной крышей все-все-все. Вот это как раз хороший вариант. То есть не нужно регистрироваться на 10 разных сайтах. Один раз зарегистрировался и можешь создавать 50 разных форматов. Это здорово. Вот. Если сейчас я посмотрю в папке «Вопросов больше нет». Спасибо вам большое за внимание. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всего самого хорошего, естественно, здоровья больше всего и творческих успехов в освоении информационных технологий. А мы уже увидимся совсем скоро, это будет 10 января, сразу после праздников. Уже проанонсировали мой вебинар, я уже увидела в социальных сетях и вспомнила, что 10 у меня вебинар. Пойдет речь про необычные библиотечные форматы. Я заявила чат-боты, комиксы и флеш-карточки. Может быть, добавится что-то еще. Я пока в раздумьях. У меня есть еще несколько идей. Если все получится, то добавлю еще что-то. Если высылать студентам ссылку, они должны быть зарегистрированы в Удобе. Смотрите, решать задания они могут в анонимном режиме. Это несложно. Просто если вам нужна статистика по ним, кто ответил, кто зашел, кто поработал, тогда вам нужно их зарегистрировать. Либо вам, либо они сами. Вот, чтобы они были авторизованными пользователями. Тогда вы можете отслеживать за ними. А если это вам не важно, не принципиально, то можете просто ссылкой делиться. Просто смотреть там по количеству посещений, сколько у вас было посетителей. Тут все от вас зависит. Вот. Надеюсь, я вопросов больше не пропустила. Вроде нет. Спасибо вам большое за добрые слова. Всего доброго в наступающем году. Немножко перебрала по времени, прошу прощения. Ну и до новых встреч.